определение 8 октября 2020 года, город Нижний Тагил, Тагилстроевский район, суд города Нижний Тагил, Тагилстроевского области, представитель председательства Чернинки был при секретаре Бородино, с участием административного статуса Куянова, административного отвечка Зинкова, представителя административного отвечка Мурахина, рассмотрев открытом судебном заседании заявление административного лица Куприянова Дениса Владимировича об отводе судьи Мунтиловой Екатерины Викторовны установил. Куприянов обратился в суд с административным судом заявления, в котором просил признать незаконным действием старшего инспектора дорожного патрульной службы отдельного батальона дорожно-постовой службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации Нижнетагильской Зинкова Александра Ивановича по передаче материалов дела персональных данных Куприянова Дениса Владимировича 3-й лицо каналом связи. Судебное заседание административный истец Куприянов заявил отвод судьи Мутюковой, мотивировав тем, что судья Мутюкова ранее рассматривал дело с участием административного истца Куприянова, обстоятельства которого тесно связаны с настоящим делом. Кроме того, подносило необоснованное незаконное судебное решение. Представитель административного ответчика Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации Нижнетагильская Мурахина оставил разрешение данного ходатайства на разрешение судьи. Административный ответчик, старший инспектор государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации Нижнетагильской Зинков не согласился с ходатайством административного лица в отводе судьи Мутюкова, полагая, что не имеется основания для отвода судьи. Ознакомившись с ходатайством административного лица Куприянова, выслушав мнение административного ответчика и представителя административного ответчика в суд, приходит к следующему выводу. Статьями 31, 32, 33 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации предусмотрен исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых судья не может рассматривать дело. В частности, в части 2 статьи 31 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации судья не может участвовать в рассмотрении административного дела и подлежит отводу, если имеются иные, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи обстоятельства, которые могут вызвать сомнения в его объективности и беспристрастности. Основным доводом административного иска Куприянова в отводе судьи Мутюковой является, что судья ранее рассматривала дело с участием административного иска обстоятельства, которые тесно связаны с настоящим делом. Оценив мотивы заявленного административным истцом отвода, суд признает заявление обоснованным и подлежащим удовлетворению. Так, по делу номер 5-101/2020 об административном правонарушении в отношении Куприянова установлено, что 24 марта 2020 года в 17:35 Куприянов по адресу город Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе 78/1 оказал неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им служебных обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, выразившись в отказе передать документы на право управления транспортным средством, в отказе выйти из транспортного средства для выяснения личности проезда в отдел полиции для составления административных материалов. В административном исковом заявлении Куприянов указывает на события, рассматриваемые в том числе и в рамках дела номер 5-101/2020 об административном правонарушении. Судья Тагилстроевского районного суда города Нижний Тагил Свердловской области Мутюкова по результатам рассмотрения 25 марта 2020 года дела об административном правонарушении предусмотрено частью 1 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Куприянова вынесла постановление о привлечении Куприянова к административной ответственности. Постановление вступило в законную силу 17 апреля 2020 года, то есть официально высказалось по существу фактических обстоятельств дела, которым вновь необходимо давать оценку. Исходя из указанного, у сторон могут возникнуть сомнения, в том числе при рассмотрении административного дела. Судья Мутюкова в полной мере будет свободна и независима от ранее высказанного ей мнения по подлежащим разрешению в рамках этого дела вопроса. В связи с необходимостью исключения сомнений в объективности и беспристрастности суда при рассмотрении административного дела, суд удовлетворяет ходатайство административного лица об отводе судьи Мутюковой. Руководство статьями 38-199 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации суд определил заявление административного истца Куприянова Дениса Владимировича по административному делу номер 2А-1740/2020 об отводе судьи Мутюковой удовлетворить. Отвести судью Тагилстроевского районного суда города Нижний Тагил Свердловской области Мутюкову от рассмотрения административного дела номер 2А-1740/2020 по административному делу, по административному заявлению Куприянова Дениса Владимировича к административному ответчику, старшему
инспектору дорожно-патрульной службы отдельного батальона дорожно-постовой службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Нижнего муниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации Нижний Тагил каналов связи. Определение обжалования не подлежит, как не препятствующее дальнейшему движению административного дела. Подписью я. Определение понятно? Да. Судебное состояние закрыто.